Первыми в режиме апробации к написанию всероссийской проверочной работы приступят 11-классники с 1 по 22 марта. В период с 19 марта по 17 мая в штатном режиме ВПР пройдут для обучающихся 4-8 классов. Для школьников 5-8 классов доступна альтернативная форма написания ВПР в компьютерной форме, которая пройдет с 4 по 17 апреля. Также для участников ВПР в компьютерной форме предусмотрен резервный день для выполнения заданий – 18 апреля. ВПР по учебному предмету «Иностранный язык» в 7 и 11 классах в 2024 году проводиться не будут.